Всем привет, с вами Дмитрий Урсул. И в этом видео хотел бы показать вам один интересный плагин. Называется он Crystallizer от фирмы SoundToys. Такой очень необычный плагин. Это такой, скажем так, гранулятор эхо. Ну, здесь, в принципе, так написано. Granular Echo Synthesizer. То есть, что он делает? Он разрезает, скажем так, входящий сигнал на короткие слайсы такие. И он их как бы повторяет, как на таком встроенном дилее. То есть, как бы у вас такие как микрочопы получаются. И они еще могут быть настроены по высоте, например, выше или ниже. И повторяться какое-то количество раз. То есть, вот ресайкл в данном случае, например, это выступает как дилей. Точнее, как фидбэк. Дилей — это, вот, собственно, по длительности. Сколько будет, с каким повторами будет идти этот дилей. А сами слайсы, вот эти сплайсы, мы выставляем вот здесь. То есть в данном случае мой сигнал входящий будет делиться на восьмушки, скажем так, 1/8. К ним еще будет подмешиваться дилей к каждому из этих сплайсов. И весь входящий сигнал будет делиться. И также сами сплайсы будут развернуты на задом наперед. Это я делаю для того, чтобы, ну, более такой явный был эффект. Давайте послушаем, как это звучит. У меня здесь этот плагин стоит в параллели, то есть микс стоит на 100%. И он у меня вот здесь с клавишного, с канала с клавишами, то есть с Родосом, у меня посылается на вот эту шину Crystallizer. Давайте сперва послушаем, как вот этот Родос электропиано звучит без Crystallizer. Ну, то есть такой обычный электропиано. И вот теперь я включу посыл на шину вот с этим кристаллайзером. То есть такой интересный очень эффект. Сейчас я его прям засолирую. То есть, когда мы ставим обычный режим, то есть сплайсы будут просто резаться и не разворачиваться, у нас такие вот, получаются такие немножко щелчки и атаки слышны. Где-то это будет хорошо работать, но вот в данном конкретном примере это не очень хорошо работает. То есть такой звук немножечко дерганный становится, хотя где-то это может хорошо зайти. Поэтому я решил выбрать режим reverse. Далее здесь можно сделать режим gate duck. Это означает, что звук будет либо полностью вырезаться, ну точнее эти сплайсы, либо приглушаться на какое-то количество децибел, когда у нас сигнал будет превышать вот этот порог. То есть, чтобы все не превращалось в хаос. То есть вы хотите буквально несколько вот таких вот сплайсовых повторений, но не хотите, чтобы у вас они прям повторялись очень долго, то можно поставить этот threshold, и сама громкость этого выходного плагина будет понижаться, когда у вас новый сигнал какой-то поступает, и только между какими-то акцентами у вас будет звучать этот эффект. То есть это такой как встроенный, можно сказать, такой sidechain noise gate, который помогает вот этот эффект чуть задавить. То есть слышно становится тише, когда именно поступают новые ноты аккорда. Но здесь, опять же, не самый удачный пример, потому что здесь аккорды длятся практически все время. То есть это хорошо сработает на какие-то стаккатные партии, может быть, на какие-то вокал-чопы, какие-то отдельные фразы, слова. Ну, что-то на что-то короткое и что имеет такие достаточно длинные паузы. То есть в момент взятия ноты или аккорда у нас будет эффект убираться автоматически, самостоятельно, в зависимости от настройки вот этого трешолда. И потом возвращаться, когда у нас какая-то пауза, то есть будет этот эффект появляться. То есть тоже очень такая полезная настройка. Ну, давайте поэкспериментируем с дилеем и с количеством повторений и со сплайсами. Ну, соответственно, чем больше я ставлю длительность повторов вот этих сплайсов, то, конечно, у нас такой более получается накладывающийся эффект, потому что очень длинный получается вот этот период деления. Если поставить прям очень быстро, то получается интересный эффект. И этот эффект еще благодаря вот этому питчу. То есть, если я поставлю питч на 0, то у меня как бы питч вот этих сплайсов абсолютно ставится на одном месте.
Ну и звук, в принципе, похож на исходное электрофоно. То есть вот оно. Без кристаллайзера. А вот сам кристаллайзер. Ну, то есть, как бы, сам эффект может быть интересный, это такой дребезжащий, но не так интересно, как сделать пич на, например, октаву. 1200 цент — это октава. Или можно даже еще больше сделать. И из-за вот этого ресайкла, то есть у нас есть тут цепь фидбэка, то есть опять вот эти сплайсы возвращаются на этот плагин, и как бы с каждым кругом у нас все выше и выше, поэтому получается такой эффект постоянно, как такого действительно такой кристаллизации, звук все выше и выше становится по питчу и так, превращается в что-то такое уже песочное, яркое. То есть, соответственно, чем больше это ресайкл, тем больше у нас будет вот этих вот песочных повторений частот. То есть это может где-то сработать в каких-то таких балладных композициях. Ну, вполне может хорошо зайти. Также можно, конечно, и вниз понижать, но я пока что в своей практике применения такого не нашел. Но, может, на каких-то вокалах отдельных, чопах тоже может сработать. То есть он слишком становится гулкий, слишком низкий звук. То есть это в каких-то, может быть, очень частных случаях. То есть зачастую используют этот эффект, конечно, на повышение питча, чтобы вот этого такого кристального эффекта добиться. То есть вот такой интересный эффект. Честно скажу, аналогов я его нигде не находил. Может быть, у каких-то других производителей что-то похожее есть. Но, во всяком случае, всякие гранулайзеры есть у много у кого. Но здесь вот именно очень такая интересная, удобная настройка. Все нужные здесь органы управления есть. И, в принципе, здесь особо и делать-то с этим нечего. Ну, то есть, как бы долго морочиться не приходится с настройкой, а результат получается такой достаточно интересный. Поэтому, если у вас будет какая-нибудь возможность попробовать плагин на SoundToys, вот я очень рекомендую этот плагин, очень классный. Ну и, в принципе, можете следить за сайтом SoundToys, у них бывают иногда очень такие лояльные скидки, прям совсем лояльные, поэтому можно как-нибудь рассмотреть их приобретение. Ну что ж, у меня на этом все. Если какие-то остались вопросы или пожелания, обязательно пишите в комментариях. Самые интересные вопросы я обязательно разберу на видео, видеоуроках. Ну, с вами был Дмитрий Урсул. Всем успехов в творчестве. Всем пока.